Итак, всем привет, это у нас новости на канале Gadget X. А новость у нас про Meizu X2, который, кстати говоря, показали с необычным дополнительным экраном на задней стороне. Вслед за Meizu Pro 7, премьера которого отгремела несколько дней назад, в сети появились изображения нового смартфона Meizu. Как и в случае с флагманом Meizu Pro 7, на задней панели X2 тоже присутствует дополнительный экран, но в отличие от Meizu Pro 7, в Meizu X2 экран приобрел круглую форму и установлен по центру верхней части корпуса. И, кстати говоря, круглый экран имеет, как по мне, лаконичную форму, круглую. Круглая камера, круглая вспышка и круглый экран вполне всего, скажем так, органично смотрится. Роль дисплея в данном случае будет ровно той же, что и в Meizu Pro 7. Показ актуальных уведомлений, текущего времени, удобное создание селфи на тыльную камеру смартфона. В отличие от флагмана Meizu X2, на тыльной стороне расположилась единственная камера. Характеристики и дата анонса Meizu X2 остаются пока неизвестными. Самый лучший способ заработать в интернете – это используя кэшбэк-сервис. Так что переходи по ссылочке в описании и начинай зарабатывать на покупках или экономить на них.